у команды.
Команды начинают эту игру. Поехали. Может получиться интересная атака. Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Как он работает с мячом. Всех обыграл. Звучит свисток. Чуть-чуть, но в офсайде он был. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Отлично. Пас на ход партнеру. Мяч будет введен из аут. Думбия. Тащит вперед мяч. Ван Перси. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Азар. Перехват в центральной зоне. Ван Перси. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. Хорошая игра защитника. Чисто сыграно. Удар по воротам. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Отлично. И пробил. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. 1-0. Сейчас будет веселее. На секунду бы попозже начать это открывание. Может быть, и не было бы офсайда. Игрок, конечно, недоволен. Здесь было зафиксировано положение вне игры. По-моему, он уже видел, как мяч влетает в сетку. Но рано. А Парседо Родригес. Думбия. Йо Куаси. Это может быть опасно. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Прекрасная возможность. Прошла передача, можно выходить к воротам. И выносится мяч из штрафной. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Неудачная передача. Мяч прямо в ноги сопернику отправился. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Руфье. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. В выгодной позиции игрок. Мимо! Вообще в створ не попал. Великолепный был момент для взятия ворот. Он хотел пробить технично, но слишком сильно получилось у него ударить. Ставит корпус, укрывает мяч. Не прошла эта передача мяч у соперника. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Нужно бить по воротам. С углового мяч будет введен. Мяч летит в центр штрафа. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Отыграться теперь будет труднее. Браво. Если вариантов нет, отдай мяч обратно. Эриксон. Думбия. Отлично сыграно, надо решать. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник.
в мини-футболе такой удар называется каблук. Левандовский. Тут может быть опасно. Это угловой удар. Мяч летит в центр штрафного. Где же удар? Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Хюнтела. Чу-чу-чу-чу-чу. Вне игры. Свободный удар. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Йоу-Куаси. Есть хороший адрес для передачи. Левандовский. Пас за пасом следует. Много передач и владения мячом. Они показывают, что умеют с ним обращаться. Момент упущен. Навес не получился у игрока. Выбит мяч из штрафной. Азар. Хюнтела. Браво. Угловой. В центр штрафной подан мяч с углового. Левандовский. Это может быть опасная атака. И удар должен последовать. Опасно! Гол! Головокружительный розыгрыш перед воротами приводит к выходу 1-1. И как же хорошо он приложился к мячу. Думаю, что можно сказать, одна из команд развалилась. А другая, наоборот, собралась и доминирует по всем статьям. Защита первая на мяче. Вынос. Руфье. Тут защита справляется, потеря мяча. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Хороший пас на ход. Мяч летит в сторону ворот. Какой сейв! Вратарь творит чудеса. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Это может быть опасно. Успешно навязал борьбу, теперь придется... И как пробил! Какая реакция, какой прыжок! Класс! Навес в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Разгадали замысел соперника, а не из... Ну что же... Подозреваю, что во втором тайме футбол может напоминать показательное выступление. Как детектив, он интереса уже не представляет. Хюнтела. Ван Перси. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Посмотрим за этой атакой. Азар. Отобран мяч, надо возвращаться. Руфье. Защита справляется.
Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Мяч у защитника, он сыграл надежно. Яо Куаси. Пока неплохо. Как он работает с мячом, всех обыграл. Удар по воротам. Брат. Тут все очевидно, будет штрафной. Мяч у вратаря, все в порядке. Нет, не дошел этот пас до адреса. Хороший по задумке пас. Прошел пас, можно обострять. Выбивает мяч защитник. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Попадает под прессинг. Пошли последние полчаса игры. Это может быть опасная атака. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Хороший пас во фланг. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Эриксон. Убрал защитника с дороги. Нарушение было, но мяч... Будет штрафной. Генич лет 20 назад с таких забивал. Хороший вынос мяча из штрафной. В этой атаке оборону пройти не удалось. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. Тут может что-то получиться. Атака остановлена, но кто получит мяч? Очередной точный пас в его исполнении. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Ударище просто. Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Ван Перси. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Яо Куаси. Хорошо увидел партнера впереди. Это может быть опасно. Азар. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Руфье. Мяч на фланге, и тут есть свободное пространство. Нужно забивать. Ого, ловит мяч голкипер. Слушай, ну да, играет сегодня этот парень, конечно, не очень. Но вот прям так, чтобы удивляться. Отлично сыграно, надо решать. Вратарь ждал этого мяча. Думбия. Потеря, все, в оборону. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот.
Браво. Левандовский. Появляются свободные зоны. Самое время контратаковать. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Был фол, тут нечего обсуждать. А что насчет карточки? Две минуты и прозвучит свисток арбитра. Дорожить нужно мячом, а не дарить его сопернику. Матч окончен. Финальный свисток означает, что это поражение. Честно сказать, на победу команда не наиграла. Я с тобой, Георгий, вообще редко спорю.
Команды на поле, и арбитр только что дал свисток к началу первой половины матча. Родриго. Агуэро. Это может быть опасно. Удар. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра.
все готово к началу первого тайма. Поехали. Пока неплохо. Яо Куаси. Думбия. Левандовский. Отличный удар. Сохраняет мяч, несмотря на прессинг. Выходит голкипер, ловит мяч и, в принципе, может сразу начинать атаку. Хюнтела. Посмотрим за этой атакой. Слишком сильным навес получился. Алаба. Думбия. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли последняя. Нужно выходить из ворот. Все правильно. Достает голкипер. Вот это удар! Да, с такой дистанции надо забивать. Тут вариантов быть не должно. Но гол-то, к сожалению, мы не увидели. Хюнтела. Тут может что-то получиться. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Есть адрес у этой передачи. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Ушел мяч. Аут. И навес на ближнюю штангу. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Кажется, появляется возможность для потенциала. Хорошо увидел партнера впереди. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Ван Перси. Отлично. И можно бить. Но что такое? Судья поднимает флаг вне игры. Яо Куаси. Думбия. Эриксон. А вот так. Это удар. Мимо ворот пролетает мяч. И эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Левандовский отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Он бьет? Нет, так его не пробить. Это может быть опасно. Тут может быть опасно. Забивает он гол, да! Да, сыграл действительно классно и воплотил в забитый мяч преимущество своей команды. Какая атака, а? Какой гол? Вот интересно, а что делали в этом эпизоде защитники?
1-0. Сейчас будет веселее. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Будет угловой. И решили разыграть побыстрее угловой. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Азар. Пока неплохо. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Дорожить нужно мячом, а не дарить его соперникам. Хороший пас во фланг. И есть поддержка у этой атаки. Браво. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Яо Куаси. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Это может быть опасная атака. Итак, у нас аут. Яо Куаси. Думбия. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Азар. Отлично увидел возможность и забросил мяч в атаку. Нет, не попадает он в ворота. Да, пока рано делать выводы, но команда проигрывает. И разбрасываться такими моментами все же не стоит. Находит эта передача адресата. Опасно может быть. Один ноль. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Отлично сыграно. Надо решать. Удар. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. И это его второй гол. Дубль он сегодня оформляет. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. Посмотрим за этой атакой. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Хюнтела. Ван Перси. Тут может что-то получиться. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ударище просто.
судья показывает на угол поля. Мяч летит в центр штрафной. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Может получиться интересная атака. Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Мяч летит в центр штрафной. Выбит мяч из штрафной. Играет он головой, сумел сохранить мяч у своей команды. Атака остановлена, но кто получит мяч? Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Перспективная была атака, но у соперника было свое мнение на сей счет. Азар. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Какая техника, как он обращает. Левандовский. Забивать можно. В офсайде игрок, по мнению судей. Ничего себе. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Ушел мяч. Аут. Апарседо Родригес. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Выбив аут. Правильно. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Точный пас. Он сегодня почти не ошибается. Это может быть опасно. Левандовский. И это просто шедевр. И еще один мяч влетает в ворота. Разрыв растет. И не скажешь, что это все не по делу. По-моему, голкипер отсутствует просто как класс сегодня. Да, сегодня действительно в воротах пустое место. Как бы грубо это ни звучало. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Будут вбрасывать мяч футболисты из-за боковой. Эриксон. Йоу Куаси. Подача на дальнюю. Ждем подачу от углового флага. Мяч летит в центр штрафной. Жаль, затянули немного атаку и все, момент упущен. Это угловой. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Азар. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Вот это ввод мяча из аута. Сразу же соперник. Основное время истекает через 20 минут. Тут его прижимают, не дают пространства. Думбия. Успешно навез... Удар! Вот так надо играть в обороне. Вовремя блокировать удары. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Думбия. Пас на ход. Может быть интересно. Справляется голкипер с этим ударом. Достаточно сложным, кстати. А до этого эпизода играл, прямо скажем, не очень здорово. Ну и скоро узнаем. От головы в ворота. Класс! Мастерски сыграл он в этом эпизоде. Гол, забитый головой, конечно, не редкость, но всегда смотрится как-то по-особенному. Ну что сказать, голище! Отлично разыграли угловой и классно забили. Не хочется это признавать, но разница в классе просто колоссальная. Матч, по сути, окончен. Как и ожидалось, особых проблем сегодня хозяева не испытали. Да, очень комфортная, я бы даже сказал, уютная игра для хозяев поля.
Попытка с дистанции неудачна, очень уж далеко было до ворот. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Пока неплохо. Штрафную подачу, и есть там. Не спасает тут вратарь. И возвращают они интригу в игру, хотя и горят в два мяча. Игра продолжается, но преимущество одной из команд очевидно. 4-1. Какой удар! Блестяще! Будет угловой удар. И выносится мяч из штрафной. Игра головой, и мяч уходит за боковую. Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Хюнтела. В этой атаке оборону пройти не удалось. Это может быть опасно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Отлично сыграно. Надо решать. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Защита первая на мяче. Вынос. Напрашивается навес. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Алаба. Азар. И матч завершен.